Идет молодой сталкер по зоне и вдруг видит озеро, которого нету на карте. Он туда-сюда, потом смотрит, какой-то мужик неподалеку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает: «Уважаемый, а как бы мне озеро обойти?» Тот отвечает: «Пошли мне, по дороге я покажу». Ну, идут, а молодой говорит: «Вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь». Мужик смеется: «А кого тут, говорит, бояться-то?» «Ну, монстров там всяких, зомби, контролеров». Мужик задумался и отвечает: «Ладно, монстры ж монстры, это понятно. Ну, зомби тоже еще туда-сюда. Ну, а нас-то, контролеров, чего бояться?»